Польша приняла окончательное решение о закупке американских основных танков М1А2С и ПВ-3 «Абрамс». Правительство выделит средства на перевооружение 4 танковых батальонов. Об этом заявил руководитель правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качинский. По словам вице-премьера, решение о закупке американских танков уже принято. Теперь вопрос будет согласовываться с американской стороной. Качинский подчеркнул, что поставки первых танков польская армия ожидает уже в 2022 году. Сколько всего танков точно планируется закупить? Он не сказал, только заявил, что их хватит для комплектации 4 танковых батальонов. В Минобороны Польши подтвердили принятие решения о закупке американских танков. По словам министра обороны Мариуша Блащика, принято решение закупить 250 танков модификации М1А2 «Абрамс» и ПВ-3, а также машины управления, эвакуации и поддержки. Министр подчеркнул, что Польша получит самые современные, проверенные в бою танки, созданные специально для противостояния российской армате. Новые танки Польша планирует разместить на востоке страны для защиты от российской агрессии. Отметим, что после закупки американских танков в польской армии будут эксплуатироваться сразу 3 разных типа бронетехники – советские Т-72 М1 5-91, немецкий «Леопард-2» и американские М1А2 «Абрамс». Приведет ли это к техническим и логистическим проблемам, покажет время. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.